Всем привет, дорогие друзья. Давно у нас не было рубрики «Аниматроники пугают охранника». Картов на всем. Я буду сегодня аниматроником. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Извини, обстоятельства, это я проверил, что все работает. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Давайте сделаем 10 лямов подписчиков. Не так уж это и сложно, мне кажется. И все закрыто. Конечно. Пустите меня. Не пускайте его, потому что идет убийца. Я буду сегодня очень тихонечко подходить, но если дверь будет открыта, я вас убью, сразу говорю. Молодец, закрыл. Стоит, смотрит, так. Ну выходи, давай, да. Подлый трус. От блин, а ты что, увидел меня или услышал? Нет, я просто закрыл. Я думал, ты меня увидел. Блин, ты что, испугал? Нормально. Что-то появился. Они двери открывают не в тайминг. Ой, блин, опять не то нажал. Пойду на другую сторону. Так, пацаны, ждите меня. Вы своего закрыли на улице. Он умер. Так, сейчас другой придет. Сейчас, короче, возьму манюсенького. Чтоб вам было очень тяжело меня найти. Так, телепиздрик выдвинулся. Успеешь, не успеешь? А, блин! Ай, ты меня зажал! Блин, а! О, я вижу свою часть с этой стороны. Что ты будешь делать? Попробуй открыть дверь, я не буду убивать. Просто что будет? Дверь не работает? Нет, не работает. О, воу, читерская штука. Тут сквозь текстуры можно палить. Так, давайте сюда пройдем. Разработчик добавил свет. Помните, не было? Мы ставили лампочки и лагало. Теперь все есть. Молодцы, карту не забросили. Увидел. Так, надо как-то успеть. А, тут же есть вентиляция. Я же вспомню. Я иду на вентиляцию, пацаны. Очень темно, ребята. Темноватая серия получилась. Ой. Я вашего челика убил, он в вентиляции был. Я сижу, отдыхаю. Я убежал. Эй, вы меня закрыли, выпустите, тут темно. Так. Ты смотри, грамотеи какие. Блин, я хотел тебя убить за это. Все, я ушел. Так, давайте возьмем друга его. Hello. Слышите? Hello. Это друг. Ну? Вы не знаете друга? Так прикольно отлетел. Я пошел. Красиво. Чуть не думал, сальтуху пропишешь. Так, давайте здесь постоим. Здесь у меня свой офис. Во, четко, стоим. Анимашка даже сработала. Слышь, ты! Сдохни! Я тут смотрю на пылесос с глазами. Это... Почему так? Реально пылесос с глазами. Хм. 5 ночей с пылесосом. Рядом пробежал, но не буду мочить. Увидел? Пацаны бегают, ищут меня. Ух, не успел чуть-чуть. Хотел, знаете, вместе с ними забежать. Так, пацаны, я иду через вентиляцию. Так, что-нибудь делать? Вентиляция не закрывается. А чё? Посидим у них тут. У них тут тепло, уютно так.
Чё там, вентиляция? Я там сижу, кстати, вентиляция в уголку я. Видишь меня? Я в углу. Да, вижу. Убегай, убегай, убегай. Опа, вылез, вылез. Так, с пулеметом ходит, с УЗИшкой. Чё там, не находишь меня? Так. Эй, тебе сейчас эти пистолеты засуну. Ты по своему кенту стреляешь. Странная анимация ног, но мы выходим. Чё ты мне сделаешь, а? Я иду. Привет. Не успел закрыть. Все. Я здесь теперь отдыхаю. Моя. Все, давайте, пацаны, уходите. Эй, ты чё плаваешь со звонком? Нельзя звонкам баловаться. Моя калитка. Сидим, сидим, отдыхаем. Сидим себе, смотрим. О, давайте возьмем другого аниматроника. Во. Блин, эрорные текстуры почему-то. Что это было? Подождите, у нас же есть аниматроник, который может звуки издавать. Слышите? Эй, не балуйся! Закрой двери. Я здесь живу теперь. Это моя калитка. Так, эти тоже звуки какие-то конченые издают. Во. А я иду, иду на работу в пиццерию. Пацанчиков мочить, кого-то удивить. Ладно. Живите, я пошел. Ха-ха, прикольно упал. Надо, короче, в следующий раз обустроить нам и поставить камеры. У нас есть РТ-камеры и есть РТ-телевизоры. И мы сделаем РТ-технологию. Чё, пацаны, вы готовы умирать? Я даже не знаю, кого взять на... О! Ой, я знаю классного. Давайте ползком, потихонечку. О, он закрытый, он открытый. Ну, блин! Так, подождите, давайте мы сейчас найдем... вентиляцию. Во-во-во-во-во, вижу, кто-то светит вентиляцию далеко. Хочу немножко их потроллить. Так, подождите, у нас есть тут комната отдельная, да? Нас... Ой, это не она. Я могу невидимым вставать? Не могу. Привет. Не надо. Выходи, давай выходи, я вижу тебя, я лезу к тебе тогда. Я лезу к тебе, выходи, подлый трус. Слышь, да? Я же тоже могу открывать, смотри. Эй, чё я жопой вперед лезу? Кто там стреляет, щекотки мне делает? Опа, привет. Нельзя, еще и ты тут. Нельзя, говорю, никому здесь, только мне. Все, выходим, жопой вперед. Что ты мне сделаешь? Сидишь, смотришь. Я сейчас все замочу. Вы можете на меня фонариком светить или одевать маски. Вы не знали, не? Маски одевайте из FNAF. И я, да, я не буду вас убивать. Я же буду путать, может это Фредди. Нет маски, прощай. О, Фредди, привет. Как дела? Тут не видел, тут такие додики бегают. Охранники, типа. Так, подожди. Во, вижу его, вижу. А, нет. Это уже не он. Все нормально, да? Ладно. А, не успел. Надо ж, нельзя, нельзя. Все, я пошел. Вроде все четко здесь. Точно все четко? Четко, четко. Нормально, да? Под... А, мне показалось, что без маски был. Ну, то ладно. Я иду. Эй, ты чё? Я видел, ты без маски был. И ты мне дал посрач, а Фредди посрач не дает. Он для ща выписывает. Я выхожу. Я с этой стороны. Без маски, я видел. Нельзя, нельзя, только с маской. Потому что тут охранники какие-то бегают неадекватные. Они у меня посрачи бьют. Не видел их тут никого? Точно?
Ах ты жопа! Нельзя бить меня подсрачниками! Нельзя! А я могу посрачи бить? Это я ударю! Я могу посрачи бить! А ну иди сюда! Подыхало тебя в живот! Слышишь? Битву на ногах сделаем? Аниматроник, который с ноги вырубает всех. Так, все, я пошел. Давайте, ребята. Всех замочил, можно валить. Надо какого-то взять очень злостного такого аниматроника. Кого же взять, кого же взять? Идет очень злой аниматроник. Опа, я вижу, кентафурик мой идет. Опа! Пригвоздил! Ах ты, падла! Я не могу теперь двигаться. Ах ты, вот так, да? Я отключился, все, батарейки сели. Я одну минуту без батареек стою. Не могу ничего сделать, перезарядка идет. Ох, накидал, ох и натрусил. Ля какой крыса, а? Все, время истекает. Я могу теперь потихоньку двигаться. Ах ты жопа, блин. Ну что, что ты? Опа, я понял, мой кента... убил, 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 но не того. Я могу двигаться уже? Нет, еще не могу. Что-то не дает, какой-то гвоздь вонючий торчит еще. Ну-ну-ну-ну-ну, давай, раскочегаривайся. Блин, батарейки сели, че, что это? Я переключил режим другой. Я стал мощный. Пошел отсюда. Агрессивный режим успешно включен. Ну что, давайте, админский пистолет против меня. Сейчас только я возьму аниматроника другого. И можете админским пистолетом. Проверим. А, вы не сможете его взять. Вы можете взять другое. Ваншотище оружие. Знаете такое? Красный петух. Не можете его взять? А, ну хорошо. Я живой-то, пацаны. Я-то живой. Я иду. Ну тут дамажит немножко, но не очень. Смотрим, смотрим, смотрим. Пацаны, гранаты. Эй, ты умеешь пользоваться этим оружием? Стреляешь. Так, так, так. О, миниган взял. Опа, опа, с гранатой. Вы не умеете оружкой пользоваться. Не выходи, ты будешь умирать. Красная граната убивает. Не выходи, умрешь тоже. Ух ты! Я видел, у вас там взрыв в офисе был. Красиво, красиво. Ну? О, бомба стоит. Ух ты, жахнула. Неплохо. Отдохнем немножко, посидим. Хорошо, тут так тепло, уютно. Классно так. Никто даже не увидел. Как меня не видно? Вот как? Это сейчас чувак смотрит, что? Я реально сижу, вы меня не видите, это как? На, своего убил, молодец. Ты чё, меня хотел наказать? Вы не умеете бомбы взрывать, я вам сейчас покажу бомбу настоящую. Это все фигня у вас. На, попей. Вот, смотрите, я просто растворился в воздухе на молекулы. Вот это взрыв! Дорогие друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!